Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM-2019, и наша гостья Наталья, расскажите, чем вы занимаетесь, какую компанию представляете? Мы представляем торговую марку российскую, которая называется «Хобокот». Это одежда, которая изначально задумывалась как одежда для путешествий, но сейчас концепция значительно расширилась. Это уже одежда, которую мы позиционируем как вещи для людей, у которых есть генетическая тяга к перемене места и обретению нового опыта. В чем уникальность вашей одежды? Она непромокаемая, непродуваемая наверняка? Ну, она и непромокаемая, и непродуваемая, но, наверное, это не самое главное. Потому что все-таки самое важное – это то, что наша одежда, она не имеет ни возраста, ни пола, ни социальной принадлежности. Это одежда, которая подходит абсолютно всем. То есть ее с удовольствием носят и подростки, ее с удовольствием носят звезды, ее с удовольствием носят взрослые люди, ее с удовольствием носят женщины с формами, потому что это вообще отдельная ниша просто, потому что практически вся наша одежда оверсайз, и у нее такой уникальный крой, что она садится практически на любую фигуру. В общем, одел и пошел, хоть в поход, хоть на модную выставку, правильно? Ну да, вы совершенно правильно поняли вот эту тенденцию. То есть изначально это одежда, в которой ты можешь передвигаться, в которой ты можешь проехать там всю страну, там проехать из одной части света в другую, там совершить несколько перелетов, но при этом ты можешь видеть и прилично выглядеть. Супер. Светское мероприятие и, собственно, любую встречу, и ты будешь адекватен. Спасибо большое, удачи вам и творческих успехов.